Семь юношей и девушек, проживающих в городском округе Люберцы, стали полноправными гражданами страны. В праздничной атмосфере, в присутствии друзей и родственников, они получили свои первые паспорта. Торжественная церемония прошла в зале картинной галереи. Мероприятие открыла солистка ансамбля детства Алена Бурова. Затем ребят поприветствовал и поздравил глава Люберец Владимир Волков. Сегодня в вашей жизни такой ответственный момент, и вручение паспорта – это всегда волнительно, всегда трогательно. Это, в первую очередь, ответственность. Ответственность за себя, ответственность за своих родных, близких, ответственность и гордость за то, что вы являетесь гражданами Российской Федерации. Получить первый официальный документ в торжественной обстановке могут все подростки. Для этого при подаче заявления в МФЦ нужно сообщить о своем желании. Напомню, паспорт гражданина Российской Федерации выдают детям, достигшим 14-летнего возраста. Волнуюсь очень сильно, особенно когда подпись ставила, очень сильно волновалась. Ну, конечно, это большая гордость быть гражданином Российской Федерации, потому что это моя родина, и гражданин Российской Федерации – это очень гордый, хороший и честный человек, естественно, и очень добрый. Теперь нужно соблюдать все правила, не подставлять себя, родителей. Хорошо учиться надо, да.